вид будут иметь, потому что они будут в сапогах, в белых. Шлюбных. Белые шлюбные сапоги. Парад на выходные. Вещи не разбрасываем, все компактно складываем, составляем. Так, Тома, почему без сапогов? Белых. Белые гумовые боты. А, у тебя даже не заметно. Ты так красиво. Да, ну ты вообще готовность у тебя номер один. Тебя повысят, там тебе уже погоны даже заготовили. Мне так говорили, нам говорили, что каждого человека будет отдельно оценивать. У всех суета какая, смотрите, все. Саша готов уже. Или еще не готов? Где твоя щетка? Где твоя щетка, Саша? Никто не бегает, но полная экипировка должна. Сняли противогаз. Сложили в сумочки. Газ. Есть. Сняли газ. Успели, молодцы. Все, поднимаемся, складываемся. Слушаем следующее. Вино построено. Тут же представники команд показывали, як умеют справляться с противогазом. Дробень небезпеки узрастая, тому и допомогчи потерпелым становится больш складана. Але санитарные дружины зладжена робить все необходное, дякуючи чому выратовывают людей. По меркованию суддзяў, лепший выник тут показала знов сандружина молочно-консервового комбината. Обработали лицо, ИПП, одели противогаз. А вось той факт, что заявки на удел подали только... Успешно отбираются люди. Надо отметить, что люди для... защиты. Ухрень продержит. Он большой. Блин, вообще реально. Где гидрофоночка? Где было? Значит, напоминаю, у кого гидрофонный чехол форма, надо самостоятельно взять ниточку, иголочку и зашить. Так как на складе весь запас уже вышел к этой всей. Что Яна Калинина получила удостоверение спасателя, не значит, что отныне ей придется, что называется, лезть в пекло и соревноваться в силе с мужчинами. При чрезвычайных ситуациях представительницы слабого пола работают там, где больше всего могут быть полезны. Но, тем не менее, единственная профессиональная спасатель девушка уфимского отряда не остается в стороне и от самых серьезных учений, а порой и выезжает на вызовы. У меня день не столько успокаивает душу, сколько спас. Процедура проста. Условно зараженный радиоактивной пылью человек проходит такой помывочный пункт. Если фон... Экологи отбирали пробы воздуха, на готове стояла мощнейшая техника. Сигнальная система тут же оповестила сотрудников АЧП. 140 работников срочно покидают очистные... Рабочим состоянием. Все, рабочее состояние, да, состав полный комплект готов. В случае радиационной опасности, то есть мы определяем зону в один микрозиверт, огораживаем ее, чтобы не было доступа. Сотрудники Центра гигиены не просто санитарные врачи, они борцы со смертельно опасными инфекциями. Специальная экипировка позволяет работать в самых тяжелых условиях. Должны, да, сначала определить очаг, затем источник и провести работы противоэпидемиологические. Это у нас противочумные костюмы,
А что в него входит, этот костюм? Комбинезон, затем куртка, такие вот резиновые сапоги, затем у нас противогаз здесь и... В местах позже поставит министр... Работают службы экологической безопасности. Сотрудники измеряют степень заражения воздуха газоанализатором. Пожарные устраняют огонь на... с половой тонны аммиаку, коли у поветра тропить хотя бы невеликая при ликвидации аварии от створенных на предприятии подразделений громадянской обороны до... Вот в качестве защиты выдадут противогазы. Их надежность проверяют раз в два года. Испытывание объектов в гражданской обороне, в том числе эвакуационных и санитарно-обмывочных пунктов, постов радиационного, химического и... обеспечен фильтрующими противогазами. Мы определяем анализы воды, воздуха, почвы. То есть дозиметрист определяет радиацию обязательно. Так все это записывается в журнал, все фиксируется. Еще в нескольких жизненно важных учреждениях столицы. Такие учения нужны для того, чтобы... Команды не снимали, да? В ходе учения работали в очаге химического и комбинированного поражения инфекционных заболеваний. Оказывали первыми. На предприятии для этого создан расчет химической обороны. Учить, да, как положено сейчас. Глаза закрываем, дыхание. Все поправляем, чтобы не было никаких складок. Все, делаем резкий выдох и все. Медицинские формирования гражданской обороны шести предприятий и организаций Слуцкины собрались на спортивной площадке Слуцкого медколледжа. Для отработки всего алгоритма действий нужна серьезная подготовка. Давайте, наверное, мы и пахари, но мы гораздо дольше проводим. Санитарные дружины, они появились в начале 60-х годов, как... санитарных дружин гражданской обороны. Основной целью соревнований является укрепление теоретических и практических знаний гражданских формирований гражданской обороны, а также проверка... этап работы санитарной дружины в очаге комбинированного поражения. У нас взрывоопасное предприятие, поэтому это навыки очень нужны. У нас проходят ежегодно испытательные такие какие-то мероприятия. В соревновании стала санитарная дружина Борисовского завода медицинских препаратов. Участники соревнований прошли все этапы, установленные программой соревнований, и показали хорошие теории. Второе место заняла команда Борисовского комбината хлебопродуктов. И третье место заняла команда Борисовского мясокомбината. Татьяна Савлевич, Артур Дивин, телекомпания «СКИФ». И осматриваем ваши противогазы. Это отнюдь не поле для экспериментов. Вся обстановка приближена к реальной. И даже противогазы подбирают строго по размеру головы. Иначе при ЧП, при высоком задавлении, высока вероятность летального исхода. Задача контролера – проверить, все ли на месте, когда при очередной... Тренировки там разместили сотрудников и организовали выдачу средств индивидуальной...
обморок не пойдем? Нет. Чего газ не дать? Строительные службы в рамках именно штабной тренировки, возникшей на территории городского округа. Здесь на месте свою работу выездную экологического и биологического наблюдения. В арсенале у специалистов есть метеокомплекс, который позволяет определять температуру, влажность, скорость и направление ветра. Специальное средство для измерения радиационного фона. Газация и дезактивация личного состава. Насосом подается дезактивирующие и дегазирующие вещества. Откачка зараженной воды производится со съемного. Последний раз Елена Глазкова надевала противогаз в школе на уроке ОБЖ. Говорит, те навыки немного... Надев противогазы, все сотрудники направились. Если противогаз надет неправильно, человек, попав в палатку, начинает чувствовать рейд. Специалисты МЧС отмечают команду Солигорск. Сандружины с испытаниями сталкиваются с года в год. У некоторых команд за плечами многолетний опыт. Поэтому ради победы здесь нужно постараться. Наша санитарная дружина участвует, примерно лет. Специалисты оценили табель. Противогаз альбо доставить хворого у машину хуткой допомоги. Эти люди докладно ведуть правила поводин при надзвычайных ситуациях и смогут оказать первую и часом такую необходимую допомогу на месте здарения. Тренируемся, учим. Тому головная задача – обновить дыхание. От нашего предприятия в нескольких километрах. И на основании вот этого всего... ...в область на республиканском конкурсе. Илья... Облако зараженного воздуха от человека, который вы видите. Вот это будет от зараженного. Для того, чтобы сказать, что это